Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и это мой самый странный влог. Да-да, вы не ослышались. Почему так? Просто выдался вот таким вот он каким-то нелогичным и очень коротким. И это снова приключение в поездках на машине, как это стало в последнее время слишком часто получаться. Пока в регионах и Москве льют сильные дожди, один день на удачу выдался очень теплым, и, взяв машину на прокат, мы с друзьями выдвинулись в несколько подмосковных городов. Прокатиться по делам, ну и не только. Правда, чтобы успеть сделать все дела, пришлось встать в 5 утра. Для меня это очень проблематично. Ничего особенно крутого в этом видео вы вряд ли сможете увидеть, просто очередной день из моей повседневной жизни и не более. Я же говорила вам, что хочу снимать чаще, и вот очередной выпуск повседневки, а солнце и вправду очень яркое. Ребята, у меня настолько грязные тапки, что у меня такое ощущение, что я собрала половину Подмосковья пыли вот здесь на своих ногах. Это просто какая-то жесть. Интересно, вам видно будет? Вообще жесть. Фу-фу-фу. Вы знали, как хочется спать. Это просто какая-то жесть. И спать, и есть, короче, все удовольствия. И да, и Женя, спасибо тебе большое за камеру. То, что ты дал, на самом деле, очень сильно выручил. И теперь я себе тоже такую камеру хочу. Вот. Так что вот такие дела. Ребята, я настолько сильно сегодня устала, но мне очень понравился город. Вот, и сейчас мы, скорее всего, поедем в другой город. Ну, наверное, только по дороге нужно поесть, потому что мы не спали ночь. Ну, я спала 40 минут, вот так вот. И, ну, короче говоря, покушаем, и потом мы уже, наверное, куда-нибудь поедем, наверное, в другой город. Вот. Ну, как обычно, короче, вот. До следующего чека. Опять не та машина. Я опять перепутала машину, прикинь. А ты много там наснимала? Минут на 15-20. Ну и дальше мы уже поехали к нашему другу в город Воскресенск, потому что у нас было очень много свободного времени, а в Москву возвращаться совсем не хотелось. А вообще, это действительно мой самый странный влог, потому что он вот такой вот короткий. Вот наша машина, которую мы взяли в аренду на сегодняшний день. Вот. Мне Женя сказал, что здесь как-то звук странно записывается. Ну, посмотрим. Я думаю, то, что нет смысла вам рассказывать про то, как я люблю кататься по ближнему Подмосковью или вообще какие-либо другие города на машине, потому что так ты успеваешь все посмотреть, пофоткать, поснимать, и у тебя намного больше видится прекрасного, нежели чем если ты, к примеру, едешь на другом транспорте, я имею в виду поезд, самолет, хотя в этом тоже есть своя романтика. Приехали мы к другу, но, как вы понимаете, есть люди, которые не любят сниматься. Я думаю, что в этом ничего страшного нет, несмотря на то, что видео короткое. Я надеюсь, оно вам понравилось. Крепко обнимаю, до следующего видоса. Всегда ваша Гром Наташа. Пока!